Итак, уважаемые, сегодня мы продолжим рассказывать о той больной семье. Прошло несколько дней. Что мы будем делать сейчас? Какие подготовительные работы и как будем производить? Займет немного времени, пожалуйста, обратите внимание. Это пластиковая рамка полностью. Мы составляем сейчас этот корпус. Что мы хотим заменить? Чем заменить? Это тоже пластиковая рамка. Ни разу пчелы не выводились. Это соты, уже оттянутые. Не двигайся, стой на месте. Вот, как видите, соты оттянутые. Ставим сюда. Пластиковая не оттянутая, сота оттянутая. Вот. Это тоже рамка, как видите, не начатая. Вот, но не дотянутая. Годится для них. Тут немножко было. Это тоже годится. Чистейшая овощина, вот она. Стоит тут, она внутри пленка, это специальная тоже рамочка. Потом следующая чистейшая сота, оттянутая, расплод не выводился. Как видите, это пыльца желтенькая тут была когда-то, они ее съели. Чистейшая сота, ставим ее тоже сюда, чтобы они быстро могли адаптироваться, то есть восстановиться. Вот это тоже, смотрите, сота, чистейшая сота, ни разу не выводилась пчела. Тоже ставим сюда. Следующая, тоже сота, чистейшая, ни разу не выводилась пчела. Ставим сюда. Чтобы им облегчить работу, оттяжку сотов. Это вот тоже сота, тоже ставим сюда. Для начала им хватит. Вот. Это мы поставим на первый этаж. Все соты чистые. Все остальные рамки струсиваем пчел. И ставим сюда, чтобы они слетели. Итак, переходим к следующему этапу. Зайди на эту сторону. Это та семья, которая у нас, так сказать, не нравится нам, она барахлит, какая-то болезнь там. Ну, уже прошло некоторое время, и пчелы, так сказать, уже матка, вот как видите, закрыта, не вылазила. Вот она в этом самом тут закрытая сидит, так она и не вылазила никуда. Вот там она бегает внутри, могу показать, что она туточки бегает, чтобы вы убедились, длительное время сидит она туточки. Вот, пожалуйста, приближайся ближе. Вот она маточка, видите? Вот она, вот она, вот она побежала. Это та маточка, она тут бегает. Мы ее немножко сейчас прикроем, чтобы она нам голову не морочила, и отставим. Что будем делать сейчас, друзья мои? Сейчас просто оставляем верхний корпус. И все рамки, которые черные и прочее, 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 с расплодом, не с расплодом, все перетрусиваем, оставляем чисто пчелу. Вот. Ставим сюда. Поставили. Сюда ставим хороший корпус, перегонка на чистую овощину, так сказать. Что делаем дальше? Дальше будем струсивать все рамки и убирать. Трусим сюда, все убираем, подтрусили, убрали, другой ящик. Подтрусили, убрали, другой ящик.
убрали, другой ящик, все убираем. Как вы видели, дали совершенно пустые рамки. Опять струсиваем. Посмотрите сюда. Часть расплода тут осталась чуть-чуть, еще не вышел. И с этой стороны часть расплода с медом. Все это убираем. То же самое. Струсиваем. Струсили опять, смотрите, часть расплода осталась. И здесь часть расплода осталась. Убираем. Так как матка была закрыта, то они заложили маточники. Вот покажи. Они заложили маточники. Ну, маточники нас эти не устраивают. Мы их тоже убираем. Они нам не нужны. Потому что это от этой матки качество будет нехорошее. Вот еще рамочка. Крайняя, последняя. Итак. И тут немножко расплода было, пыльца. Короче, все убираем. Пусть развиваются как хотят. Что ты будешь старыми рамками делать? Старые рамки, у меня еще одна есть семья, я туда доставлю, чтобы там вышел расплод, и потом и ту будем исправлять семью. Итак, одна еще такая слабенькая семейка есть. Пчел оставшийся. Струсиваем. Струсили. Что можем сделать сюда? Сюда можем подставить от хорошей семьи у меня тут есть, а я отставлял маточник с пчелами, с нуклеуса. Сейчас проверим, как он у нас тут сохранился, чи нет. Продлится безрасплодный период. Да, семейка более-менее. Да, вот он маточник, один запечатанный, другой печатают. Вот он снизу запечатанный маточник, а этот маточник еще не запечатали. Вот. Это так расплод по центру, более-менее. Вот расплод по центру, более-менее. От этой семьи мы подставляем сюда одну рамочку. И все навсего. Что можно сделать? Ты показал маточник? Вот придвинь, еще раз покажи, что маточники тут стоят. Вот он не запечатанный, этот запечатанный. Это я на днях отставил. Запечатанный в основном. Ставим сюда. От хорошей семьи маточник на тихую смену был, я его отставлял. Проверим, потому что старую матку я не хочу сюда ставить. Она здесь не принесет пользы. Я ее просто хочу ликвидировать. Я ее отставил в сторону. Итак, друзья мои, будем ждать, пока выведется матка. Проверим, чем они тут занимаются. Вот. Возможно, сейчас добавим им, может, сиропчика дадим, потому что пусто тут, как говорится. Ну, по ходу действия посмотрим, что у нас есть, добавим корма. Вот. Итак, на этом мы заканчиваем наше видео. Следующее посмотрим через несколько дней, когда выйдет матка, начнет класть яйца, как исправилась эта семья. Покажем, это будет часть третья. А это часть вторая была. До встречи, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Ну, процесс работы идет, тут нельзя сказать, что будет все хорошо или все плохо. Но знаю из практики многих друзей, которые обычно перегонка на вощину или на чистые соты помогает. Ну, а если еще замена матки, это 100% помогает.
Вот. Ну, не всегда. Бывают исключения. Потому что в пчеловодстве всегда есть исключения. Итак, сегодня очень жарко, до 40 градусов. До встречи. Смотрите снизу там страничку, где что можно купить. Задавайте вопросы. Будем стараться отвечать на все ваши вопросы. Познавательные, непознавательные. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста. Ждем ваших комментариев и ответов. Старую матку пока убивать не буду. Временно отставлю сюда, на всякий случай, в нуклеус, откуда мы забрали. Здесь ее примут запросто, потому что тут не было матки, были маточники. Открываю я ее. Пожалуйста, вот она, чтобы она побежала. Села она неплохо. Ну, проверим, кто виноват. Пчелы виноваты или матка виновата. Если пчелы, там будет то же самое, что было раньше. Значит, это пчелы виноваты. Если матка нормальная, то тогда проверим этот вопрос. Итак, друзья, ставим ее в нуклеус. Тут у меня рамочка с медом. Я не думаю, что они ее грохнут, потому что эта семейка не имела матки, были маточники. Итак, до встречи, закрываем. Вот. Ждем результатов. Процесс длительный, исправление всегда, лечение всегда требует времени. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите страничку снизу, задавайте комментарии, вопросы. Все будет удачно.